представляю чудесное средство для волос натуральной линейки Charmy Minerals. Это средство имеет 100% природный состав и применяется в качестве питательной и восстанавливающей маски для волос и кожи головы. Кроме того, его можно использовать и в качестве шампуня. Благодаря адсорбирующим свойствам цеолита, средство прекрасно удаляет загрязнения и кожные жиры. На мою длину волос я обычно использую около 3 столовых ложек маски шампуня. Перед применением я смешиваю средство с водой, активируя таким образом действие ингредиентов. Огромное преимущество сухой формулы в том, что, во-первых, очередную порцию продукта мы всегда готовим перед применением, а во-вторых, в сухой среде не размножаются микробы, поэтому в средствах Charmy Minerals нет консервантов. В составе отсутствуют и поверхностно-активные вещества. Пену образует мыльный корень. Он делает ваши волосы чистыми, послушными и блестящими. Смачиваю волосы водой. Беру немного средства и наношу на кожу головы. Для усиления эффекта можно немного помассировать. Аккуратно распределяю по всей длине волос, собираю в пучок и надеваю полиэтиленовую шапочку для душа. Она не позволит маске высохнуть на волосах. Минут через 15 смываю средство под струей воды. Хотите почувствовать здоровье волос? Ощутите густоту и силу? Используйте цеолитовую маску-шампунь Charmy Minerals. Важно, что составы средства полностью натуральные.